рабочие ресурсы, встречающиеся на пути. Напоминаю, ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком Ярова Абалакова для хранения имеющегося инвентаря. Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его исходное. Все, мысль потеряла. Продолжи, что ты говорил? Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его из... Твою мать, какого хрена здесь все везде заперто? Как только роботы стали нападать на людей, был активирован экстренный протокол. Территория предприятия 3826 блокирована, включая внутренние сектора. Ну и как мне открыть эту дверь? Данную дверь удерживает электромагнитный замок. Значит, его можно вырубить электромагнитным импульсом. Где его взять? Ваша перчатка может быть снабжена модулем «Шок» — ударным ЭМИ-генератором. Капсула, содержащая необходимый для установки шока нейрополимер, должна быть где-то на территории предприятия. Ладно, разберусь. Перчатка? Храста. Что-то не так. Твою мать! Солдат, очнись. Супер, еще чуть-чуть. Ты как? В норме. Сколько пальцев видишь? 4. Отлично, вставай. Мне нужна твоя помощь. Это еще кто двое такие? Мы принесли тебя сюда. Зажми рану. Зажми. Это на твоей совести. А ты еще кто? Врач. А имя у тебя есть? Сейчас мне не до любезностей. Ух ты ж. Зажим. Зажим, зажим, зажим. Принеси сюда. Сейчас. А это здесь откуда? Быстрее, ну что копаешься? Нейрополимерная капсула. Она не нужна. Как тебя зовут, док? Я Лариса, много вопросов. Так, ладно, держи тут все сама, куда, разберешься. Куда? Она бесполезна, нет оборудования. Уже есть. Отлично. О, хоть что-то в уровне. Много вопросов задаешь. Пригнись! Лариса! Охренеть! Надо избегать луча! Отбегалась железка долбанная. Крас, куда ведет шахта, в которую уползла Лариса? Сложно прогнозировать. О чем мы? Это что за монстр на двери? Замок? Да неужели? Открывай уже. Давай быстрее, время уходит. Не могу помочь в этом вопросе. У меня нет функционала для взлома замков. Вам придется самостоятельно отыскивать способы взлома. Не сомневаюсь, что вы окажетесь достаточно сообразительными. Понятно. Ты, как обычно, бесполезен. Попробуйте щелкнуть пальцами в тот момент, когда индикатор блокировочного штыря активен.
Старший робототехник Александр Ефремов. Вас ожидает диспетчерский. Открыта запись в очередь на нерабочие выходные дни. Только для сотрудников среднего социального рейтинга и выше. Сообщение таким образом тоже стало опасно. Это последнее. Готовься. Я организую документы и приду за тобой. Мы выберемся из этого кошмара. Целую. Вечно твоя, Эль. Детская колыбельная. Не к добру. Раз. Что там за дверью впереди? Судя по голосу Элеонора, очень опасный противник. Придет серенький волчок и укусит собачок. Он укусит собачок и потащит в лесу. Он потащит в лесу. Сохранение данных. По тракитовых кустах. Бою, бою тебя.
Тоньку мою. Твою мать! Это что еще за херня? Ах, какой мужчина! Обожаю капюшей! Милый, позволь я прижу тебя к кровати. Дорогой, не надо сопротивляться. Тебе понравится. Не позволяйте ей связать вам руки. Да я пытаюсь. Не видишь? Тросы стальные. Поднесите меня к ее сенсор-манипулятору. Скорее. А, как волнительно. Непокорные властные мужчины меня заводят. Сейчас я тебя заведу. Только бы добраться до тебя. Ах, как усомнился. Обожаю мачо. Я вся горю. Ближе, я не дотягиваюсь. Сейчас стараюсь, сильная тварь. Я к твоим услугам, милый. Мечтаю порадовать тебя. Что я могу тебе сделать? Вскоре вам будут доступны и другие умения. Вы довольно удачно раздобыли 50 граммов нейрополимера. Я могу обменять эту дозу у любезной Элеоноры на умение, если вы не против. Вы же не против? Так уж и быть. Теперь дайте, я покажу, чем на самом деле профессионально занимаюсь на данном предприятии. Я уж видел, ебаный пирог. Буквально. Я... Открою вам окно модернизации, горячих и толстых, но я способна на гораздо большее. Легкая непристойность топором лишь аванс, мой сладкий. Тебе понравилось, милый? Угу, восторг. Неплохо. Так, отлично. Лифты не работают. Какие варианты? Лифты обесточены. Их можно запустить, если подать питание. Пойдем искать рубильник. Еще бы понять, где тут электрощитовая. Ее по проводке искать надо, но все провода убраны внутрь стен. Утечку электричества можно обнаружить при помощи сканера. Подсобка на замке. Как, блин, приятно. Тут щелчок пальцами не поможет, нужен ключ. Раз. Дай догадаюсь. Ты, конечно же, открыть этот замок не можешь. К сожалению, нет. Но я могу поставить вам отметку, где искать ключ. Он должен быть где-то неподалеку, в рабочих помещениях. От тебя начинает появляться польза. Это радует. Товарищ, обеспечивайте сохранность экспериментальных данных. Осторожно! Впереди камеру видеонаблюдения «Ромашка». Если она нас засечет, сюда сбегутся роботы. Без паники. Любую камеру можно сначала отвлечь броском чего-нибудь, а после вывести из строя электромагнитным импульсом. Осужденный за клевету в сторону партии Дмитрий Баграмов объявляется вернувшим долг отчизне и освобождается от принудительных работ в комплексе.
Ключ найден. Теперь мы сможем попасть в электрощитовую. Ага. Только сначала я тут хорошенько осмотрюсь. Нужны запчасти для модернизации оружия. С таким дерьмом я много не навоюю. Не буду вам мешать. Это правильное решение. Да, сам напросился. Это я только начал. Эй, хрень. Храс. Угу. Чем грозит нам утечка информации? Потеря репутации во всем мире. Советские роботы повсеместно считаются абсолютно безопасными и эталонно надежными. Разве это не так? Абсолютно так. Именно поэтому предатель Петров ударил родину в самое больное место. Фактически воткнул нож в спину. Он хочет, чтобы весь мир отказался от наших роботов. Вот же сучёныш. Для сотрудников с низким социальным рейтингом. Просьба штатному персоналу не покидать свои рабочие места. Так, вставляем печеньку. О, даже замки любят печеньки. Храс! Слушаю вас. А ты любишь печеньки? Это лазерное реле системы пассивной безопасности. Знакомая штука. Тут требуется цветовой код. Кодов у нас, к сожалению, нет. Поэтому попробуйте подобрать его логически. Что, правда? А я-то собирался стоять тут до тех пор, пока оно само не включится. Порядок. Питание восстановлено. Можно возвращаться. Ну, и? В какой из них заходить? Предлагаю в правый. То есть ты не в курсе? Тогда я пойду в левый. Для облегчения навигации я пометил вам, куда нужно идти. Я вообще-то не тупой. Сам разберусь, как именно мне выполнять задание. Я лишь хотел упростить вам задачу. Ты мне ее серьезно упростишь, если перестанешь лезть под руку. Проводится в 10%. Напоминаю, дверь закрыта на электромагнитный замок. Да тебя что, блин, туго доходит? Извините, не мешаю. Thank you.
износостойкой? И защита. Пожалуйста. Другого пути вперед нет. Придется ехать. Куда именно? Петров совершил побег во время работы в холодном цехе комплекса Вавилов. И имеет смысл начать поиски оттуда. Ну и как попасть в холодный цех? Для этого нужно добраться до распределительного центра. Туда ведет эта фуникулерная линия. И как я должен ее... Вот он, пульт. Ну и, конечно, замок. Вот вы их любите. Но это что-то новое. Индикаторная комбинация? Да я ее год подбирать буду. Давайте поищем вокруг. Может, у кого-то есть пароль. Пусть придет в движение. Хоть что-нибудь. Это... Что такое было? Эта могучая платформа с легкостью удерживает на себе научно доступный комплекс человека. Смотрите. Как же так? Сохранение данных. Надеюсь, она спит. Схема. Найди схему. Смотритель, как же так? Пусть придет в движение. Хоть это что-нибудь. Это отдел социального контроля. Но уже через 10 лет... Жужжим я им не дамся. Вот он. Давай попробуем еще с кем поищу. Ты где ж ты? Темнота какая. Крас. То есть это не покойник со мной? А нейрополимер в его башке? Упрощенно можно сказать, что да. Отмирающая нейрополимерная память какое-то время хранит последнее, о чем думал погибший перед смертью. Сохраняется крайне небольшой объем информации. Жесть какая. И долго они так будут разговаривать? С точностью назвать временной интервал я не смогу. От 1 минуты до 2 суток. Но чем больше проходит времени после смерти, тем больше остаточная информация подвергается искажению. Понятно. То есть не всегда имеет смысл запоминать, что они говорят. Жаль, бедолага. Не поедут без схемы кабинки. Застыли. Без схемы? Нет, не поедут. Твою мать! Так он живой? Схема, схема. Нужна схема. К сожалению, он мертв. Вокруг нас только трупы. Что застыл, как и все тут? Не поедут. Нет, без схемы не поедут. У мертвых остаточно срабатывает нейрополимерная память.
Некоторое время после смерти они способны выдавать при... Да ну нахер! Говорящий труп. Надеюсь, сработает. Фуникулерная линия активирована. Уважаемые пассажиры, займите свои места согласно купленным билетам. Мы готовы к поездке. Извини, на сегодня я зайцем. 9, 8, 7, 6. Поехали. Тоннели раздолбаны в хлам. Доехать бы без приключений. Я так и знал, что необходимо как-то двигаться дальше. Но, признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. На руках, по стене, как еще? У вас есть альпинистская подготовка? Я майор спецназа, а не гражданский дефект, протирающий штаны за клавиатуру. У меня хватает разных подготовок. Не стану скрывать, я этому весьма рад. Наказание.
было неожиданно. Соглашусь с вами. У вас хорошая реакция, Майк. Иначе я бы до наших дней не дошел. Раз. Это ведь был Бурав? Горнопроходческий робот? Совершенно верно. Бурав способен на огромную скорость бурить даже самые твердые горные породы. Советская наука возлагает на него большие надежды в свете предстоящего освоения планет Солнечной системы. Погоди! Надежды в свете предстоящего освоения планет Солнечной системы. Буравы – лучшая отечественная разработка. Как досадно вышло. Вы, товарищ, знали, что их запрещено экспортировать за границу? В чем ирония? Смешно сказать. Простите, я ушел.